сцену приглашается ректор Московской консерватории профессор Александр Сергеевич Соколов и художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического камерного хора, народный артист СССР профессор Владимир Николаевич Минин. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшний концерт, как вы уже видите, это музыкальное приношение. Приношение большого мастера своей альма-матер. И для нас очень радостно, что такие встречи происходят в этот юбилейный год консерватории, фактически образовав новую традицию. Вот сегодня именно такая радость, и на самом деле Владимир Николаевич Минин сегодня у себя дома, сегодня на своей сцене, в своей консерватории, поскольку как студент он пришел сразу после войны в 45-м году и попал в те замечательные руки, которые есть традиция хорового дела Московской консерватории. Сначала это был Владислав Геннадьевич Соколов, и уже на студенческой скамье уже было признано особое дарование студента Минина, поскольку он стал еще, повторяю, на студенческой скамье хормейстером Государственного академического хора СССР. А в дальнейшем, в аспирантуре, еще одно великое имя Александра Васильевича Свешникова. Вот такая консерваторская стезя. Но все остальное известно. Это уже принадлежность миру, принадлежность всему музыкальному сообществу. И я могу только вспомнить свое студенческое впечатление, это еще я был студентом консерватории, а Владимир Николаевич стал ректором, к сожалению, Гнесинского института. Но, тем не менее, именно там и основал он этот замечательный хор. Хор, который свел воедино студенчество и профессуру, то есть там действительно были люди одной крови. И очень скоро он уже стал профессиональным коллективом, и, собственно говоря, вся его дальнейшая 45-летняя судьба тому замечательное яркое свидетельство. Вот сейчас я занимаю ваше время перед тем, как насладиться звучанием этого хора под руководством маэстро. Я хочу просто порадоваться, что символически на сцене будет и консерваторский коллектив, это наш симфонический оркестр, вот, и, соответственно, вот такого рода союз, который никогда не прерывался и который будет еще иметь блестящее продолжение, будет вам сегодня представлен. А я могу в качестве вот такого ответного жеста благодарности и счастья, что мы имеем Владимира Николаевича среди своих друзей, вручить ему тот подарок, который консерватория приготовила для великих музыкантов нашего времени и который на этой сцене уже был вручен именно таковым. Это знак из серебра и золота, который символизирует именно то место, где мы с вами собрались. Большой зал консерватории с его символической лестницей, уходящей вверх в виде клавиатуры. Пожалуйста. Я дожил до этого момента. Спасибо вам большое.